Всем привет! В сегодняшнем видеоролике вам покажу скрипт для нового режима. Это у нас получается Тайкон. Кстати, сделан довольно неплохо по дизайну. Значит, смотрите, для того, чтобы нам активировать скрипт, для этого скачиваем чит по ссылочке в описании. После этого нажимаем кнопочку Inject. Ждем, пока мы заинжектимся. Так, все отлично, здесь уже пишется онлайн, значит все работает. Так, это стираем, вставляем сюда скрипт из описания и нажимаем Xcode. Так, вот он появился, как видите. Есть антиавк, кредиты, ну тут в принципе не суть важно. Вот самые три основные функции. Автоколлект buttons, то есть смотрите, все вот эти точки, которые сейчас есть, они сейчас будут все на мне. Включаем. Как видите, я, получается, сразу собираю автоматически кэш, то есть деньги. И также, если у меня хватает денег, я, получается, покупаю какой-то новый предмет. То есть, вот из этих бутонов. Смотрите, отключаем. Вот они, теперь здесь все. То есть, когда у меня хватает, допустим, 260 монет, я подхожу, и оно покупается само. Вот, но это, получается, происходит автоматически. Кстати, довольно удобно. Так, следующая кнопочка — это Auto Select Store. Это, скорее всего, связано что-то с магазином. Так, погодите, куда меня стрелка-то ведет? Так, что-то не пойму. Походу, забагалось немного, ну да ладно. Так, получается, мне сейчас выбрать надо. Окей, ну давайте... я думаю, вот это, в принципе, выберем. Либо можно сделать реролл. Нажимаем. И что-то ничего не происходит. Окей. Тогда выбираем посередине. Так, все. У нас, значит, появился тут какой-то магазинчик. Окей, давайте опять включаем эту функцию. Опять он собирает все вот эти бутоны, которые есть. Я так понимаю, я сразу отстроил магазин. Полностью весь. У меня денег, скорее всего, хватило. Так, скорее всего, мне сейчас нужно будет выбрать еще один магазин, чтобы построить. О, уже клиенты пошли, отлично. Так, давайте выберем теперь, я думаю, вот этот. Так, давайте проверим все-таки, за что отвечает вот эта кнопочка Auto Select Store. Это, короче, кнопка, смотрите, отвечает за что-то связанное с магазином, но я до сих пор понять не могу. Может быть, нужно какой-то специальный тут магазин отстроить, может быть, еще что-то. Пока что я... не знаю. Вот, но эта функция точно работает. Также есть автореберст. Кстати, а как здесь реберсты делаются, мне интересно. Так, тут шоп, это неинтересно. Так, а это что за кнопка? Ага. Но реберс не работает, значит, у меня на него не хватает. Только вот где он делается, вот это вот интересно. Так, ну ладно, в принципе, не суть. Самое главное, то, что вот эта функция работает, и она очень нехило вам, я думаю, будет помогать в прокачке. Если вы хотите все делать автоматически, то она вам очень сильно поможет в этом. Также, смотрите, тут, получается, донатные еще бутоны собираются. Вот это вот плохо. Но хорошо то, что ихнюю покупку не кидает. Так, допустим, выбираем этот. Сейчас, если у меня денег хватит, тут что-то отстроится. Да, все отлично. О, нифига себе, прикольный скин. Лол. Так, ну ладно. В принципе, вы включаете эту функцию... После этого включаете функцию антиавк.
То есть, если вы не будете активить, вас не кикнет, если у вас включена эта функция. Вот. В принципе, самая полезная функция, я думаю, это вот эта первая. А, также ссылочка на скрипт с читом будет в описании. Можете использовать. А на этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.